Очередное мероприятие, которое прошло в зале администрации района, это заседание антинаркотической комиссии. По первому вопросу повестки дня о результатах работы по профилактике правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Кашхабльского района и проводимых профилактических мероприятиях межмуниципального отдела МВД России Кашхабльске доложил оперуполномоченный группы наркоконтроля Руслан Шимаджуков. По линии незаконного оборота наркотических средств в отчетном периоде 2019 года на территории Кашхабльского района зарегистрировано 9 преступлений, а ППГ 11. Расследование отправлено в суд 9 уголовных дел по линии закона оборота наркотических средств, а ППГ 11. Из них 5 преступлений по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, 1 преступление по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и 3 преступления по части 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Из них сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков выявлено и раскрыто 5 преступлений, 3 преступления по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, 2 преступления по статье 231 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За потребление наркотических средств без назначения врача сотрудниками МВД России Кашхабльске привлечены к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации 18 лиц. С 11 по 22 марта 2019 года на территории Республики Адыгея проходил первый этап всероссийской акции «Сообщить где-то о смерти». В период указанной акции сотрудниками госнаркоконтроля выявлен факт незаконного оборота наркотических средств на территории Кашхабльского района, по которому возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228. Также проверены 9 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. Сотрудниками УУ и ПДН проведены практические беседы с населением Кашхабльского района. Заместитель главного врача Зарима Батышева в своем докладе рассказала о наркологической ситуации, о работе и обеспеченности наркологического кабинета Центральной районной больницы и об эффективности медицинской реабилитации больных наркоманией. Количество лиц, состоящих под дистанционным наблюдением с диагнозом наркомания в 2019 году по сравнению с 2018-2017 годами не изменилось. Составляет 13,5 случая на 100 тысяч населения, 4 человека. Количество лиц, состоящих под наблюдением среди употребляющих наркотические вещества с вредными для здоровья последствиями за 9 месяцев 2019 года по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 2 человека и равно 7 человек. В ходе модернизации наркологической службы сформирована система реабилитации наркологических больных. Модели реабилитационной помощи пациентам наркологического профиля, включающие набор реабилитационных услуг пациентам в рамках стационарного амбулаторного режима, соответствуют потребностям пациентов и порядку оказания наркологической помощи. В ходе заседания были заслушаны доклады заместителей глав Бличепсинского и Кашхабльского сельских поселений о проводимой работе по профилактике и предупреждению злоупотребления наркотиками в муниципальных образованиях. Глава администрации Заур Хамирзов, обращаясь к присутствующим, отметил о необходимости исключения формального подхода к проблеме наркомании и потребовал усилить профилактическую работу в этом направлении.